Iturantel, imaturtel, etkemmen kemnentele. Татарская песня в исполнении японца еще мелодичнее. Тагучи Чихиро знает 6 языков. Татарский учит уже 3 года благодаря интернету, ведь учебников для японцев просто нет. Сегодня Тагучи с дипломом за первое место в Международной олимпиаде по татарскому языку. Но еще радостнее – впервые в Татарстане. Культура и люди тоже мне нравятся. А татарская еда? Конечно. Что понравилось? Пермеш. Ош-пошмак. Кого-то к изучению татарского привела страсть к иностранным языкам, а кого-то, например, интерес к архитектуре. Когда я смотрел вот в интернете фотографии, я увидел там Татарстан, там красивые места. И потом у меня появился интерес изучению к татарской литературе и языка. Участники Олимпиады прошли интернет-тестирование, письменный этап по татарскому языку и истории и творческий тур. В результате по 20 лауреатов золотых, серебряных и бронзовых призеров и лишь 2 гран-при, которые наряду с казанской участницей достался гостю из Финляндии. Хоть я и финский татарин, мой родной язык – татарский язык. Здесь много победителей, но нет ни одного проигравшего. Вы здесь познакомились, пообщались, дружились, и вот это все будете нести всю свою жизнь. И это 355 знатоков татарского языка со всей республики, страны и мира. Лена Анатольевна, Амирзалишев, ТНВ, Казань.